Ты видел, как сильная женщина плачет? Конечно же нет. Это видит не каждый. Она так мудра и успешна. А значит, нет повода плакать и быть настоящей. Она все привыкла держать под контролем, ответственность брать на себя ежедневно. Она не живет, а играет. И роли ее вынуждают и в жизни быть стервой. Ты видел в глазах ее искорки счастья? Я думаю, нет. В них усталая твердость, ей необходимо бывает участие, но не позволяет довериться гордость. И мало кто знает, что в женщине этой за дверью души, что закрыто на ключик, ребенок живет, и в ночи до рассвета отчаянно плачет и хочет на ручки. И если бы ты хоть однажды добрался до этой каморки, где пыль с паутиной, ребенок груди б твоей крепко прижался, и хлынули чувства горячей лавиной. Ты видел, как сильная женщина плачет от счастья и нежности? Это награда, ведь если любима она, это значит, что быть никогда больше сильной не надо.